снились сны о прекрасном принце из ледяной страны. Только вот, к несчастью, из двух он выбрал ту, чьи глаза сияли, как яркий изумруд. Сердце юной девы обида залегла, верного принцесса министра позвала. Тихо прошептала с улыбкой на губах: королевство изумрудов не сотреть в прах. Словно в адском пламени таяли дома, звуки исчезали, обрывались голоса. Людям, что не могут принцессе угодить, жалости ее не заслужить. А, настало время пить чай.